С 2006 года в России стартовала программа «Приоритетный национальный проект здоровья», в рамках которой возложен на фонд социального страхования родовый сертификат. Талон родового сертификата направлен на улучшение качества медицинского обслуживания нашим женщинам. Выдается талон значит, с 30-й недели в женской консультации по месту жительства. Талон номер один направляется на оплату услуг женской консультации. Талон номер два направляется на оплату услуг родильного дома. И два талона направлены на обслуживание медицинской детей до года. По программе родовых сертификатов женские консультации получают 3000 рублей за услуги, оказанные женщине в период беременности. Родильные дома предоставляют для оплаты талон номер два. Им фонд социального страхования перечисляет 6000 рублей за каждые благополучно проведенные роды. За диспансерное наблюдение ребенка в первый год жизни детские поликлиники получают в общей сложности 2000 рублей. Как рассказывают врачи Республиканского родильного дома, благодаря средствам, полученным по программе «Родовые сертификаты», им во многом удалось улучшить техническую базу медицинских учреждений. На средства от родовых сертификатов мы приобретаем столик реанимационный для новорожденных, который первые часы принимается деток, которые после рождения. И КТГ-аппараты, записывающие сердцебиение ребенка во время нахождения уже в родах. Вот такие оборудования на средства от родовых сертификатов. Только за 9 месяцев этого года региональное отделение фонда социального страхования по талону номер 2 роддомам республики перечислило более 28 миллионов рублей. Это весомый вклад в оснащение учреждений родовспоможения новейшей техникой, позволяющей свести к минимуму осложнения во время родов. То, что оснащение родильных домов стало лучше, отмечают и роженицы. По сравнению с первого ребенка, когда я здесь рожала, но сейчас уже современные оборудования. Залог рождения здорового ребенка – это не только работа врачей в родильном доме, но и наблюдение за течением беременности в женской консультации. Своевременная постановка беременной женщины на учет, регулярное посещение врача-акушер-гинеколога, проведение медицинских обследований создает условия для благоприятного исхода родов. Оплата медицинских услуг по талону номер один производится фондом социального страхования при условиях непрерывного наблюдения врачами женской консультации 12 недель. В этом году региональное отделение фонда социального страхования по талону номер один уже перечислило женским консультациям республики более 7 миллионов рублей. С внедрением программы выдачи родовых сертификатов у нас все-таки улучшилось материально-техническое оснащение учреждений родовспоможения. Также все-таки идут начисления на заработную плату дополнительно медицинскому персоналу. То есть родовой сертификат, первый талон выдается в женской консультации, где женщина наблюдается. Последний третий талон родового сертификата мамочки должны отдать в детскую поликлинику. Деньги по этому талону идут на оплату диспансерного наблюдения малышей до года. За диспансерное наблюдение детей до года нам выплачивает фонд социального страхования. Это деньги целевые, и они предусмотрены только на заработную плату. В диспансеризации детей до года участвуют узкие специалисты, которые расположены у нас в консультативно-диагностическом центре, и врачи-педиатры. Программа родовых сертификатов, как одно из направлений приоритетного направления проекта «Здоровье», направлена на повышение качества медицинской помощи женщине и ребенку во время беременности и родов. Цель программы – повышение рождаемости и забота о здоровье детей. А это одно из главных направлений в социальной политике государства.